Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать распаковочку продуктов, приобретенных мною в торговой сети «Лента» в городе Москва. Давайте посмотрим, какие цены здесь, в Москве, на продукты, на основные продукты. Вот, допустим, молоко «Домик в деревне» 2,5%. 69,89, как бы 70 рублей. Так, сметана простоквашина 15%, 69,99, ну тоже 70 рублей. Творожок 9%, так, творожок 300 грамм, 143,99. Так, сыр, сыробогатов, сыр фасованный Маасдам, здесь 200 грамм, 179,99. Так, что здесь у меня самое дорогое? Это свинина, лопатка, без кости, кусок категории Б, охлажденный. И он сегодня по акции килограмм стоил 199 рублей. Вот этот кусочек у меня на 278,60, кило 400. Так, также по акции была филе грудки индейки. Если оно обычно стоило 452 рубля, то по акции 299,99. И вот этот кусочек, кило 524, на 457 рублей 18 копеек. Как очередь даже стояла. Ну, небольшая, человек 7. Так, далее я взяла зелень, укроп. Что мне нравится в ленте, там всегда такая свежая зелень, как будто только что с грядки сорванная, такая вот вишненькая, прямо такая еще влажненькая. Стоит 49 рублей, но по карте по ленте 44,99, 100 грамм, прям 130 грамм на 58,50, вот этот букетик. Так, далее к мясу я взяла соус, я его попробовала, мне он очень, кстати, понравился. И я взяла его снова, сладкий чили соус, он стоит 79,99, Хайнц. Так, и взяла немножко слив. Сливы стоят, слива Узбекистан 119,98 на 88 рублей. Так, ну помимо этого я еще взяла две подушки, там тоже сегодня акция, 50 на 70, две подушки по 780 рублей, акция скидка 50% сегодня. Так, взяла две подушки и взяла еще одну подушечку своей внучки Лизонь, подушечка для авиаперелетов, и эта подушечка стоит 472 рубля 76 копеек. Так что вот. И общий чек у меня сегодня вышел на 3474 рубля 59 копеек. Так, если из этой суммы отбросить две подушки 50 на 70, они 788 рублей. Это 1600 до 500, 200 отбросить, то продуктов у меня на 1300. На 1300 продуктов. Вот мясо, значит, и молочка, ну и фрукты. Вот такие цены в Москве. Цены не низкие, но если подбирать моменты, когда продаются товары по акции, то очень можно сэкономить. Желаю всем вам доброго. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь, кто не подписался на мой канал. С вами была Галина.